Corsica Lab. Я тут, наверное, на велосипеде катался. И завал. Или нет? Да вроде нет. Сличку. Сапорожистый участок. Блин, тут надо грести, а я поплыть хотел. И никакого места, чтобы зайти. Остановиться. А, ну вон на повороте можно. Там лэп. Блин.
какой-то заваленный участок. Мне кажется, все равно обносить. И мостик рухнувший. По берегу. Берег не такой крутой. Хотя, не перчатки все насквозь, то что надо. Нет, тут слишком каменисто. Лучше провести байдарку.
красиво весна участок. И напоминание о былых водах. Так, а там я, наверное, не пройду. Поплыли дальше. Еще 2 километра лесного участка, потом река будет в лугах, в деревнях. Представляю, как здесь весело в высокую воду. Пока что остается довольствоваться лишением. Песчаные мели. Шеверка. Блин, надеюсь, не каменистые. Ай, блин. Все, приплыли.
Блять, глубоко еще. Можно за что зацепиться. Ну да, коза. Что время тут? Где? Пойду-ка лучше берег. Или вообще. Thank you.
притокший. Все деревья поросли бегеном, как называется, рианой. Ну вот, мы вошли в участок реки, где поля, деревни, по-моему, сокольник тут. И красивый обрыв будет песчаный, там, где карьер. Возможно, мы его увидим. Thank you.
Какая-то птица на дереве здоровенная сидит. Вот она, блядь. Прям спереди. Во, полетела. И вот этот красивый обрыв. А на вершине холма там могила, по-моему, летчикам. Или еще кому-то погибшему в Второй мировой войне. Отсюда видно, вон там березка и сосна, и ограда. Конечно, река тут сильно упростилась, нет завалов. То есть греби не хочу, можно, в принципе, не особо грести. Но течение так себе, почти его незаметно. Поэтому как бы отдохнуть можно, не гребя, но далеко не уедешь. Сейчас надо найти какое-нибудь место для перекуса чая с бутербродами. Я прошел почти половину, с собой есть горелка и готовая домашняя еда, индейка с картошкой и овощами. Не знаю, может быть, опять обойдусь одними углеводами, а может быть, разогрею чем. Пожалуй, волгуша самая простая из всех по такой воде, что я в этом году проходил, то есть мало вистра и яхнула. А если тут будет на метр выше, может быть, и поинтереснее будет она смотреться на тех скатах, там, сливах, мини-порожках, ну, чёрт его знает. Пляжик, считай. Солнышко немножко разогрело воздух. Теплее ощущает. Не скажешь, что прям вот тепло, но и не холодно совсем. И то я не особо как бы сильно грибу. Соответственно, если чуть посильнее.